Продолжаем работу. Сегодня предложили идею довольно интересную. Вместо того, чтобы поворачивать колары, поскольку они здесь стоят, у нас получается совсем по-разному, их можно, в принципе, поставить местами. И таким образом мне не придется их разворачивать, а поставить именно так, как они были, теми сторонами, как надо. Потому что и тот, и другой колар в целом затрагивают разные стороны в своем положении. Это очень хорошо. Тут точно такая же концепция рассматривается, поэтому я их просто поменяю местами и на этом даже останавливаться не буду. Значит, теперь переходим к движку. Здесь необходимо разобрать движок, чтобы добраться до вот этой линзы. На данном этапе оставляем сборку вот такой. Это мне нужно только лишь для того, чтобы проверить. Поэтому... Однозначно по центру резкость выросла. Мы видим здесь кадр. Вот это у нас до. Вот так вот у нас после. Мы видим, что есть прирост резкости, однако картинка не совсем резкая. Будем сейчас крутить. Друзья, смотрите, как получается. Вот файлы, я их собрал сразу же до и после, сразу вместе. И нас интересует, конечно же, левый край, который у нас очень сильно мылил, просто жесть. Вот посмотрите, вот так это все было. И теперь вы смотрите сейчас на это же место, которое вот стало. Смотрите, хренакс, и все резко. При этом центр остается таким же, каким и был, может быть слегка, только почетче, может быть слегка. А края-то конкретно прирастают, конкретно все становится лучше. Видите, как все было мыльно с правого края.
правый край, раз, стал резким. И теперь, конечно же, стандартные наши файлы на бесконечность. Это у нас 70, это у нас 200. И на 200 миллиметров я, по-моему, даже вижу... Нет, жильцов пока не вижу, но если бы они там были, мы могли бы снимать домашнее видео. Вот, на расстоянии 200 метров. Отлично, в общем, ребята, результат просто шикарный. В конце видео, как обычно, фотки вот результатов до и после. В общем, наслаждайтесь. Всем всего доброго, до свидания.